Я не полем, не лесом хожу, я иду по аптеке, не спеша разбираюсь в ее травяной картотеке. Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня мы поговорим о ромашке лекарственной. Ромашка лекарственная. Вид однолетних травянистых растений семейства астровые. Корень стержневой, стебель прямостоячий, высотой 15-60 см. Соцветие корзинки диаметром до 25 мм. Плоды продолговатые семянки. Широко распространена в Евразии и Северной Америке. В России растет во всех районах европейской части, кроме крайнего севера. Ангина, пародонтоз, гастрит, холецистит, пиелонефрит – все это лечит ромашка лекарственная. Ромашка – однолетнее растение, очень распространена в средней полосе, растет по лугам, по лесным опушкам. В огородах она растет как сорняк. Ромашки существует несколько видов. Это ромашка полевая или поповник называют, ромашка садовая. Это культивируют для декоративных целей, и ромашка аптечная. Вот в данном случае нас интересует аптечная ромашка. Между прочим, это очень древнее лекарственное растение, применялось еще диаскоридом. В ромашке ценится вот ее цветочные верхушки. Она неприхотлива, растет она у нас на огороде, в данном случае на грядке вместе рядом с полынью. Но она может расти и по обочинам тропинок, но мы выращиваем ее для лечебных целей, там, где подальше от дорог собирать, чтобы можно было. И в ромашке ценятся вот ее маленькие цветочки. Собирать ее, конечно, лучше во время цветения. Здесь вот она уже отцвела, и она нам не интересна, потому что она будет при сушке, будет высыхать, и ее лечебные свойства, конечно, будут снижены. А некоторые там цветочные головки совсем отцвели и осыпались. Поэтому во время цветения, когда сохраняются лепестки и зеленые листья, чем отличается ромашка аптечная от ромашки садовой? У ромашки аптечной вот мелкие такие листочки напоминают как бы листья укропа. А у садовой ромашки и ромашки декоративной листья такие ланцетовидные, более крупные, кожистые, темные. А у ромашки листочки нежные, аптечные. Поэтому и лепестки вот эти белые, если там они прямо расположены вокруг венчика, то здесь они повислые. Видите, они обвисают вниз. Вот в этом отличие. И цветочков очень-очень много на кусте. У поповника, ну, 1-3 цветочка, 3 цветочные корзинки на одном стебле, а здесь большое количество. Поэтому мы собираем во время цветения, когда еще цветочки находится в полной красе и в полном расцвете. Не отцвели и не опали. Заготовляем ромашку в течение всего лета. Она тоже очень благодарна. Собрали мы соцветия, и через некоторое время она дала новые побеги и новые цветочки. И за лето мы можем собрать урожай несколько раз. Итак, мы собрали ромашечку и пойдем ее заготовлять. Собирать в сухую погоду в первой половине дня до 16 часов. Срезать цветочные корзинки. Стебли и листья оставить. Итак, мы собрали ромашку. Приступаем к ее заготовке и разделке. Собственно, разделать ромашку очень просто. Мы собираем, поскольку одни цветочки, то цветы резать не надо. Мы просто их перебираем, чтобы не было там посторонних растений. И если попадаются там стебельки,
вот как на таком, то отрезаем стебельки, они нам ни к чему. Вот таким образом сортируем. Вот здесь тоже какое-то другое растение попало, но ни к чему. Итак, мы нашу ромашечку перебрали. Вот. Ромашка, кстати, это цветок льва. Поэтому по знаку зодиака, кто лев, посадите у себя на участке ромашку. Она будет радовать ваш глаз не только красивым цветением, но она очень целебна и полезна, особенно львам. Используется ромашка очень широко для полосканий при ангинах, фарингитах, трахеите, при пародонтозе. Ромашка сама обладает успокаивающим действием. Она благоприятно влияет на сосуды головного мозга, расширяет их сосуды головного мозга. Поэтому при мигрене, головных болях тоже используется ромашка. Чай из ромашки. Англичане, например, любят заваривать ромашковый чай вместе со сливками и пьют на ночь. Это дает хороший крепкий сон. Потому что ромашка обладает успокаивающим действием. Итак, мы нашу ромашечку перебрали и рассыпаем на газетке ровным слоем. Ромашка будет сохнуть у нас где-то подольше, потому что у нее цветочные корзинки достаточно плотные. И она, когда признак, что она высохла, вот потереть цветочную корзиночку, она легко рассыпается. Ну, где-то на готове 7-8 дней сохнет. И таким образом мы переворачиваем ежедневно, проверяем, насколько она высохла. И когда высохла, собираем полотняные мешочки и оставляем на хранение. Подписывать желательно, но ромашку не спутаешь. Она и в сухом виде не теряет свой внешний вид. Привлекательный и запах, аромат. Цветы не измельчать. Ровным тонким слоем разложить на газете. Сушить без доступа солнца в проветриваемом помещении. Время просушки 7-8 дней. Высушенное сырье хранить в мешочках из полотна. Итак, мы собрали ромашку, отправили ее сушиться впрок. Но если у нас вдруг внезапно потребовалось лекарство из ромашки, то есть заболело горло, обострение пародонтоза, фарингита, мы можем смело приготовить чай из ромашки и полоскание хорошее, потому что ромашка обладает мощным дезинфицирующим действием, противовоспалительным, спазмолитическим, успокаивающим. И ромашку, она не ядовита, она широко используется и в детской практике, и в официальной медицине, и в народной медицине. И ромашка используется как косметическое средство. Ромашку для наружных и внутренних целей мы для заварки берем из расчета столовую ложку сухой травы, сухих цветов. А если это свежие цветы, в данном случае вот у нас свежие цветочки, мы берем 2 столовые ложки на стакан крутого кипятка. Вот пока у нас вода закипит, мы засыпаем нашу заварку из ромашки. 1 столовая ложка, 2. И вот уже закипело. Берем стакан. Наливаем крутой кипяток. И завариваем наши цветочки. Ромашки оставим настаиваться на 20 минут. Накрываем крышкой и закрываем полотенцем, чтобы лучше настоялось. Поговорим, пока настаивается, поговорим еще о ромашке. Ну, ромашку используем в данном случае, мы готовим настой для полоскания горла, потому что ангина, обострение хронического тонзиллита, пародонтоз, воспаление десен, фарингит. Это все можно сделать полоскание из ромашки при всех этих болезнях. Чай из ромашки можно употреблять внутрь, особенно если вздутие живота, метеоризм у детей и у взрослых, у пожилых людей часто бывает плохое переваривание и часто вздувает живот. Чай из ромашки в данном случае очень поможет. Чай из ромашки любят англичане. Употребляют его вместе со сливками. Он обладает хорошим успокаивающим и снотворным действием.
Кроме всего прочего, ромашка, чай из нее особенно хорошо действует на сосуды головного мозга. Он расширяет, улучшает мозговое кровообращение. Таким образом, улучшается слух. Это благоприятно влияет на зрение. Итак, у нас заварка готова. Берем ситечко, процеживаем. Такое полоскание очень приятно, потому что оно не горькое, и можно пользоваться и детям. Конечно, полоскание горла, вот готов у нас настой для полоскания горла. Такое полоскание можно давать и ребенку, потому что она не горькая. Хорошо обладает мощным дезинфицирующим, противовоспалительным, смягчительным действием. Полоскать нужно 4-5 раз в день, и каждый раз лучше готовить свежий настой из свежих или сухих цветов, это не важно. Ромашка не ядовита, поэтому готовить из расчета 1 стакан. Для приготовления лекарства можно использовать и свежую траву. Соотношение 2 столовые ложки на стакан кипятка. Заваривать, как обычный чай, в течение 20 минут. Затем настой процедить через сито, после чего он готов к употреблению. Полоскать горло теплым отваром 4-5 раз в день при ангине. Кроме медицины, ромашку применяют в косметике. Из нее готовят мыло, кремы, лосьоны и шампуни. В ликероводочной промышленности ромашку используют как ароматизатор для ликеров и вин. Сегодня мы познакомились с полезными и лечебными свойствами ромашки аптечной. Помните, у вас под ногами ваша личная аптека. Не ленитесь использовать ее во благо себе. С вами была Вера Хрусталева. До свидания, до новых встреч. Увидимся на телеканале «Загородный».